Всем привет! Вы находитесь на YouTube-канале Иванградов, либо на телеграм-канале Иванградов. Да, ну, смотря где вы меня смотрите, видео заливаю туда и туда. Ну и как вы, наверное, уже догадались, я и есть сам тот самый, да, Иванградов. Так, ну что ж, давайте приступим, заработаем очередные 1500 рублей за сегодня, да. Напоминаю, что играем мы в краш-игру Lucky Jet, играем в БК-1 Вин, играем по стратегии 1.5. Так, ну что ж, давайте зафиксируемся на x1.5. Фиксируемся по обоим ставочкам сразу же, да. Так, автовывод, сейчас он пролетит, поставим автовывод. Ну, вот он пролетел, ставим автовывод. Пока он летит, автовывод не ставится. Так, депозиты выставляю, как обычно, 10% от баланса в 5000 рублей. Это будет 500 рублей. Вы же ставите от своего баланса. Да, вторая ставка у нас увеличена в 2 раза, 1000 рублей. Вторую ставку мы делаем только в том случае, если у нас не заходит первая ставка. Не надо сразу заходить, там 500, 1000. Да? То есть первая ставочка не зашла, мы заходим на вторую, отбиваем баланс. Если вторая не заходит, то мы доходим на третью. Третья ставка – это сумма двух первых ставок, увеличенная в 2 раза. В моем случае это будет 500 плюс 1000, 1500, увеличенная в 2 раза, 3000 рублей. Давайте ставочку сделаем. И третья ставка у нас заходит только после фиолетового икса. Ну, то есть мы заходим на нее, делаем ставку после фиолетового икса, ждем фиолетового икса и заходим. Вопросы, если у кого-то остались, друзья, то, пожалуйста, на YouTube есть комментарии. Пишите, задавайте туда, я отвечу на все ваши вопросы. Кстати, не забывайте про вот этот промокод, промокод Иванградов. Он вводится при регистрации, и он увеличивает ваши первые 4 депозита в 5 раз. Денежки поступают на бонусный счет. Чтобы их перевести с бонусного, просто играйте, делайте ставки, вам по 20% будет с бонусного переходить на основной счет. Как правильно пользоваться этим промокодом? У меня есть во вчерашнем видео... Можете его посмотреть. В конце видео я объяснил, как правильно пользоваться промокодом, чтобы получить максимум профита. Так, давайте делаем очередную ставочку. Депозит я зафиксировал. 91 300 должно быть у нас на балансе. Да, вы же не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, либо дизлайк. Зарепостите это видео, подписывайтесь везде и на телеграм-канал не забывайте. Все полезные ссылки у меня в телеграм-канале. Кто меня смотрит на YouTube, то ссылка на телеграм-канал в описании под видео, либо в закрепленном комментарии. Кто смотрит на телеграме, телеграм-канале, то ссылка на YouTube там тоже имеется. Переходите, подписывайтесь, я буду вам только за это благодарен. Так, 3 минуты мы играем. Напоминаю, что вложиться нам нужно в 15 минут игры, так как через 15 минут краш увеличивается на 70-80%. Ну и, соответственно, выиграть практически будет невозможно, поэтому смотрите. Желательно... Я думаю, что нужно придерживаться этой 15-минутной стратегии, тактики, да, так как начинают некоторые мне писать, что типа этого не обязательно, типа можно спокойно играть и через 15 минут. Там кто-то даже сверял, там что-то у них все одинаково подходит. Но опять же, никто не сверяет, когда они играют, да. Так, 91 300. Друзья, рекорд побит 3 минуты 23 секунды. Прошлый рекорд у нас был 3 минуты 30 секунд. Да, где я поднял 1500 рублей. Сегодня мы подняли за 3, там сколько я забыл уже. Смотрите, линия премедиальная шла. Так, ему действительно столько? Да, 91 300. 91 300 рублей. 1500 мы заработали. Я, блин, прям аж рад. Даже не знаю, как-то и не хочется видео останавливать даже. Может быть, продолжить? Нет, продолжать я не буду. То есть, если мы... Я придерживаюсь строго своей стратегии. То есть, если я играю, да, выигрываю по 1500, себе цель поставил, 1500 я забрал. Так, ну что, друзья, давайте, кстати, повторю, время у нас еще есть, да, тут, ну как, в принципе, есть 4 минуты, видео получится очень коротким. Ну давайте я вам расскажу, в принципе, я вас в прошлом видео рассказал, как правильно пользоваться промокодом, да. Вот этот промокод Иванградов, да, еще раз повторюсь, он вводится при регистрации, да, и он увеличивает ваши первые 4 депозита в 5 раз, да, это вы уже поняли. В принципе, это я уже сказал еще в начале видео. И смотрите, что мы делаем. Например, вы пополняете на 1000 рублей, да? Вам 1000 падает на основной счет, и 5000 падает, да, на бонусный счет сразу. Вы начинаете играть, вот так вот тоже делаете ставочки, да, и вам по 20% переводится с бонусного счета на основной. То есть вы переводите все эти 5000, да, и получается у вас уже на балансе 6000. И плюс вы еще что-то заработали, да, там, например, 40%, да, от того, что у вас было, да, там, например, еще 400 рублей, 6400, да, к примеру. И
давайте до 7 округлим, чтобы более понятно было, да, вот вы выводите эти 7 тысяч рублей, да, ну куда вы там выводите обычно, я не знаю, куда вы будете выводить, на ваши кошельки, какие-то карты, да, и потом пополняете на эту же сумму, да, на 7 тысяч, то есть вы уже получили свои халявные 5, да, пополняете опять, и у вас опять этот весь баланс, то есть уже баланс в пределах 7 тысяч, не с 1000, да, а с 7 тысяч уже, опять он увеличивается в 5 раз. И вы опять эту сумму переводите всю, да, играете, переводите ее на основной счет, да, выводите, и потом уже заводите там уже эту 30 тысяч, да, грубо говоря. То есть, ну, смысл понятен, да, думаю, объяснять дальше не надо. Ну, в принципе, не знаю, я делал так, у меня все хорошо получилось, да, и вам я советую тоже. То есть, это проверенная тактика, как использовать промокод. Поэтому, друзья, пользуйтесь, дарю вам ее. Я не жадный. Извините. Так, ну давайте. Будем закругляться, да. Не забудьте подписаться, кстати, на канал, да, на YouTube канал, на Telegram канал. Поставьте лайк, либо дизлайк, кому понравилось, не понравилось. Есть возможность, поделитесь видео в социальных сетях со своими друзьями. Покажите друзьям, да, в интернете, да, там, ВКонтакте, в WhatsApp, в Инстаграме, в Телеграме. Да, я буду очень вам благодарен. Не забывайте про комментарии. Да, комментарии только на YouTube-канале. Вся обратная связь через YouTube-канал. В Телеграм-канале у меня комментарии отключены по причине большого количества спама. Надеюсь, вы меня понимаете. Ну все, друзья, давайте будем прощаться.